Всем привет! С вами интернет-магазин Fulltime.com.ua, и сегодня на обзоре у нас американцы Invicta из коллекции ProDiver. Полностью швейцарская сборка, герб Швейцарии на циферблате, крупная надпись Swiss Made. Сейчас это редкость в бренде Invicta, швейцарская сборка, поэтому модели, которые выпускаются, соответственно, с надписью Swiss Made, они максимально выделяются, плюс здесь в коробочке прям есть вот такая массивная бирочка пластиковая с надписью Swiss Made. Классическая коробка желтого цвета, здесь стандартная документация и салфетка для ухода за стеклом и корпусом часов. Обычные часы из бюджетной коллекции ProDiver являются хаможами, то есть похожи в своем дизайне на какие-то популярные модели от элитных брендов, но я не могу понять, на что же похожа вот эта модель. Возможно, вы знаете, подскажите, пожалуйста, в комментариях. Часы в среднекрупных размерах, здесь диаметр корпуса 44 мм, юбилейный браслет, такой агрессивный дизайн, я бы сказал, даже вот в милитари стиль можно определить эту модель. Хорошее качество и браслета, и корпуса, давайте их осматривать внимательно. Здесь нержавеющая сталь материал, черное IP напыление покрытия. Для тех, кто переживает по поводу того, будет ли слезать покрытие или нет, у Invicta с этим все в порядке. Ну, понятно, что если вы сильно ударите часы, либо сильно поцарапаете, то, конечно, это может быть видно. Но у меня вот Invicta с черным напылением за 2,5 года, там и намеков нет на то, чтобы где-то что-то слезло. В отличие от более бюджетных хаможей из коллекции ProDiver, здесь грани все проработаны очень даже неплохо. Отделка мне нравится. Здесь сочетание зеркальной полировки и сатинирования по корпусу. И то же самое, зеркальная полировка центральные звенья браслета и сатинирование крайние. Застежка раскладная с фиксатором, вот с таким язычком. И вот видите, здесь такая большая гравировка бренда и вот бирочки Swiss Made. Что заявлено по характеристикам? Значит, здесь водозащита 100 метров, кнопка не завинчивается, поэтому в этой модели можно просто купаться без погружения. У Invicta есть некоторая несостыковка в названии коллекции ProDiver и в действительной водозащите. Не знаю, как это объяснить, но действительно нелогично. Здесь у нас закаленное ударостойкое стекло Flame Fusion, которое Invicta делает по запатентованной технологии циклоп над датой. Неплохой циклоп, хорошо увеличивает. Здесь у нас швейцарский кварцевый механизм Ronda 515. Это недорогой, но надежный, неприхотливый механизм. Светонакопители на стрелках и метках часов. Давайте посмотрим. И, в общем-то, швейцарская сборка Swiss Made, о которой я уже не раз упомянул, и надпись Swiss Made можно видеть в нижней части циферблата. Давайте померяем часы. Их вес составляет 140 грамм, приятная тяжесть, 42 миллиметра по безелю. Так, от ушка до ушка 51 миллиметр. Толщина 12,5 и браслет 21
21 миллиметр. Давайте я померяю часы на мое запястье. 18 сантиметров в обхвате. Четко они на моей руке смотрятся. От ушка до ушка нигде ничего не выпирает. Очень приятный размер. Приятный вес. Классно модель смотрится. Я почему-то ее сразу представляю не на оригинальном юбилейном браслете, а вот на какой-то интересной такой коже. Часы бы прям добавили в винтажности. Также забыл про безель. Давайте повращаем. Здесь четкий, уверенный безель. Мне не очень понравился его звук. Он на любителя. Но вот сама оттяжка безеля и отсутствие люфта, здесь все в порядке. Также давайте поближе рассмотрим циферблат. Накладной логотип, накладные метки, стрелочки в стиле Rolex Mercedes, накладной логотип Швейцария. И давайте подводить итоги. По итогам скажу, что если вы ищете среднюю крупную модель, вам нравится такой дизайн и вы хотите получить за вполне доступную стоимость неплохое качество, а здесь действительно хорошее качество браслета и корпуса, здесь неплохие характеристики, это еще раз напомню, швейцарский механизм, это и полностью швейцарская сборка, это водозащита 100 метров, закаленное ударостойкое стекло. В общем-то, Invicta за свои деньги всегда предлагает немножечко больше, чем другие более популярные бренды. Поэтому, если дизайн нравится, можете смело брать. Я думаю, вы останетесь довольны. Напомню, что у нас часы только оригинальные, с гарантией 2 года. Ссылку для приобретения модели оставляю в описании к этому ролику. Также там вы найдете ссылки на наши каналы Instagram, Telegram. Подписывайтесь, там некоторые обновления, новинки выходят более оперативно. Не забудьте подписаться на этот канал. Для этого нужно кликнуть на иконочку в правом нижнем углу вашего экрана, поставить пальцы вверх, если видео было полезным. Друзья, ну а на этом все. Всем хорошего дня. Пока.